Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы района провело рейд по соблюдению масочного режима в магазинах станицы Северской. Проверили наличие средств индивидуальной защиты у продавцов и покупателей, санитайзеров и информации о соблюдении масочного режима. У нас для каждого покупателя есть в любом отделе магазина масочки. Масочки, они одноразовые, все чистенькие. Кроме этого, можно взять перчатки. По желанию маски мы обязательно заставляем покупателей, просим. Не заставляем, а просим одеть. Но у нас покупатели очень сознательны, поэтому проблем с этих нет. Не все добросовестно соблюдают предписания Роспотребнадзора. В ходе проверки выявлены нарушения режима как у продавцов, так и у покупателей. У вас на дверях написано, что без масок не обслуживаются. А вы на данный момент и обслужили без маски, и вы без маски, и покупатель без маски. В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлен до 16 октября. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев. В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции при посещении магазинов и общественных мест необходимо надевать маску, по возможности перчатки, чаще мыть руки и пользоваться санитайзерами.